перспективы и проблемы предприятий тяжелого машиностроения глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с руководством концерна «Тракторные заводы». В разговоре принимали участие вице-премьер Михаил Резников и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Глава Чувашии кратко рассказал об участии в Международном инвестиционном форуме. Дискуссии на его площадках были посвящены вопросам кооперации крупного и малого бизнеса, консолидации мер господдержки, импортозамещения. По теме сельхозмашиностроения будет отдельное заседание правительственной комиссии. Это, наверное, в феврале 2016 года. К этому нам всем подготовиться надо. Поэтому наша задача, Владимир Александрович, подготовить свои предложения, ибо не каждый завод сегодня занимается производством сельскохозяйственной техники. Руководитель концерна Михаил Болотин заметил, сейчас сложилась благоприятная ситуация. Рост курса валют и санкции вынуждают хозяйствующие субъекты искать партнеров в своем отечестве. Заказов у наших тракторостроителей достаточно. Не хватает оборотных средств, поскольку мало кто из аграриев может работать по предоплате. А банки не очень охотно дают большие кредиты на длительные сроки. Проблема дефицита денежных средств – одна из самых острых в России. И решать ее необходимо на федеральном уровне. Со своей стороны, правительство Чувашии готово принять все меры для поддержки градообразующих предприятий.